Так, ну теперь я буду менять полипропиленовые трубы. Для этого мы сейчас их перекроем. Так, ну у нас горячие перекрытия. Холодные перекроем. Теперь надо спустить лишнюю воду. Сейчас, чтобы мне вот эти припаять вот эту трубу, мне нужно такое соединение сделать вот здесь вот, вот так вот. Но если я сразу припаяю вот этот угол, то я вот здесь потом мне неудобно будет припаять. То есть я на месте сейчас припаиваю. Сейчас покажу. То есть вот нагреваю, температуру ставлю на 240-260, все, он нагрелся. Спайка ведется. Очень просто. Так вот удавливается. Все. Вставляется. И фиксируется. Сейчас маленько остынет. Где-то секунд 10-15. Даже не остынет, он просто как бы схватывается. Все, и теперь вот это идет. Когда трубы вот в таких местах уже спаянная была вода, надо смотреть, чтобы вода не попала. Иначе, если вода, капель какая-нибудь попадет, то может быть неплотное соединение. Так, и готово. Все, теперь. Некоторые, кстати, делают очень мягче, да. Я все с туалетной бумагой натираю, салфеткой. Так, все, у нас должно быть вот так вот. Не всегда удобно одному, конечно. Ну вот где с водой, я чуть побольше. Чуть подольше держу, чтобы она посильнее расплавилась. Что если вдруг там даже что-то вода какая-то будет, капелька, то она, ну, пока сильно горячая, она, возможно, не успеет просто полипропилен. Ну, он уже остывается за счет капли воды холодной. В этом месте может не пропайка быть. Здесь придется как сделать трубу. Вот эту вот так вот. Потом пойдет тройничок вот здесь вот. Это вот здесь вот. Здесь будет выкрас еще. Где-то вот так вот.
тоже спаяю его, тоже спаяю, потом уже соединю. Так, ну здесь получается, ну, унитаз где-то оно вот здесь, там, тут коробом зашьется. То есть нам надо, чтобы из короба маленько выходило. С этой стороны сделать. И когда делать будем, вот здесь же еще одна труба пойдет, чтобы между собой не задевали. Смотреть, какой удобнее. Так, он у нас идет. Сюда, ну, тут, в принципе, наверное, что-то. То сюда можно, это сюда. Уже наверняка уходит.
уплотнитель для резьбовых соединений какой-то. Так, когда прикрутили, все сразу. Теперь вот вентиль, вот здесь вот я уже начертил, как будет ковер, то есть вот он по низу пойдет, профиль будет вот так закладываться, и вот здесь вот сверху пойдет. Здесь получается у нас будет так вот, и вот это так вот припаяется, то есть у нас будет вот так вот профиль пойдет, вот здесь вот, и плюс микрофон как раз он будет где-то вот так вот. Плюс кафель, то есть как раз где-то вот так вот закроет, и у нас из кафеля выходит только сам этот экран. Так что сейчас вот ставим. И опять же смотрите, чтобы удобно было, то есть не так, допустим, спаять, а лучше вот так вот, чтобы рукой перекрывать удобно было. Когда унитаз встанет, то есть это надо все просчитывать, прикидывать. Так, вот мы сейчас спаиваем. Так вот. Так, сюда. И также сюда. Холодная. Тоже я уже прикинул. Где будет кора. Эти тоже, чтобы вентили друг другу не мешались. Так. И это сюда. Так вот. Так, все. В принципе, все. Так. Тут я закрыл. Здесь я подержу. Так. И, наверное, можно проверять. Смотрим, чтобы все было, все вентили закрыты были. Открываем холодную. Смотрим, что нигде ничего, все сухо было. Так, открываем горячую. Ага. Тут потекло через счетчик. В смысле соединения счетчика. Это, как всегда бывает в новостройках, нормально не затянут. Это я сейчас переделаю. Так, ладно, все.